Ишкоролельцам, получающим компенсации за коммунальные услуги, еще не оформивших их, стоит поторопиться. Срок обращения за компенсации за коммунальные услуги на 2011 год истекает 1 марта, сообщили нам в управлении социальной защиты населения и труда города. Необходимую информацию по назначению данной компенсации можно получить по телефону 42-91-76-41-89-87 или обратившись в управление социальной защиты населения и труда ишкоролы по адресу улица советская 100. Сто восемьдесят один.